Часик радость, чифер сладость, хиганы, сегодня я опять буду бугуртить, орать! Александр, вопрос. Хикан, часто бываю за бугром и бросается в глаза, что гейропейцы улыбаются, а наши люди нет. Даже твоя бабуля редко улыбается, хотя ролики у вас смешные. Почему так? Александр, почему так? Ролики у нас смешные, бабуля не улыбается, и вообще у нас мало улыбаются. Что не так? Почему, Александр? Почему? Да хрен узнает. Как-то люди больше, наверное, в душе улыбаются. Но я не знаю, какая-то там шутка, ну, или какая-нибудь юморезка, или еще прочее. Ну, редко, чтобы я там именно там покотно валялся там. Да, ты не понял, Александр. Ну, вот как человек имел в виду, он идет по улице и видит улыбающиеся лица. А у нас, ты видишь, ну я не говорю конкретно сейчас, именно у нас, а вообще, постсовке, например. Да хрен, особо нет. Но это очень большая редкость, может человек на миллион один можно встретить, который идет и улыбается. А вот как раз к тебе и шел только что, бабуля там со своими подружками сидят, там что-то рассказывают, общаются там. И я только вот подхожу к ним, они такие, фу, полный молчок, такие меня, типа, здрасте, поздоровались, и так взглядом провожаю, пока я зашел, калитку закрыл, отошел, прошел дальше, они там, слышу, опять начали. Ага. Скорее всего, какую-то ценную информацию. Ну, естественно, да-да-да, торговлю людьми, торговлю наркотиками, естественно, да, геополитическое влияние, раздел мира, естественно, они это обсуждают, само собой. Итак, Александр, ну как же так получается? Одни улыбаются, а другие, как ты говоришь, один на миллион. Это ведь аномалия какая-то, что-то это странно. Странно, почему же так бывает? Что с нами не так? Почему? Я тебе отвечу, Александр, на этот вопрос. Пока начнем конкретно с Хикана. Я заметил, я не знаю, сколько людей я встречал, у которых была ситуация, похожая на мою. Хиганы, вот то, что я сейчас расскажу, если у вас это было, если вы встречались с подобным, может быть, у знакомых или лично, отпишите в комментариях. Отпишите в комментариях, блять, опять это ебучее напряжение, сука, как же заеб... Ладно, в общем, мне интересуют нюансы, например. Что хочу сказать? Я видел и у блогеров многих, которые на похожие темы рассказывают. Есть одна такая интересная штука. В их семьях нельзя было смеяться или показывать, что тебе хорошо, понимаешь, Александр? То есть, как у меня вот было, если ты, ну, обычный ребенок, ему там 5-6 лет, может, там какой-то первоклассник, сколько, 7, там 8 лет, неважно. Ты приходишь, и у тебя хорошее настроение, ты радуешься, ты улыбаешься, может быть, ты пятерку получил в школе по трудам или... Ну, не важно. В общем, у тебя хорошее настроение. И тут сразу... Ага! Так, Александр, ты, значит, там чем-то или закинулся, или курнул нормально, или укололся хорошо, или выпил. А ты говоришь, эй, мне же всего 7 лет. Какой выпил? Какой укололся? О чем вы говорите? Нет, блядь! Нет! Тебе хорошо, а должно быть, как нам... Хуёвенько! Ах, блядь, Александр, тебе, сука, хорошо? Я вижу, ты... Дайте про... Сука! Ему, блядь, хорошо, сука. Должно быть хуёво, как всем, блядь. То есть, если ты уже улыбаешься, или если ты как-то всем своим видом выражаешь то, что тебе хорошо, ты уже совершаешь преступление. Тебе должно быть, как всем, хуёво. Ты должен сходить с кислой харей, выражающей страдания, как тот самый дед, блядь, с картинки, который улыбается, блядь, через силу, он хотя бы улыбается. Ну нельзя улыбаться, Александр, нельзя. Потому что если ты улыбаешься, ты не только там выпил, закусил и по яйцам запустил, ты уже что-то сделал, какое-то преступление. Может быть, ты, не знаю, кому-то дверь говном обмазал, в общем... Что-то сделал, какую-то неприятность, нашкодил, напакостил. Вот что-то. И обязательно эта тревожность включается. А что такое? Что произошло? Чего это ты улыбаешься? А чего? Чего, сука? Что делать? Что делать? Куда, блядь, бежать? Давай, быстренько, быстренько, сука! Давай, по комнате, блядь, по комнате! Быстро, давай, я тебе обыщу, что там у тебя есть! Давай, да хоп-хоп-хоп! Фу, блядь, волосы аж в рот лезут. Я такой возбужденный.
ажитированный, психомоторика, хуёрика и всё такое. Ну, на самом деле, хиканы, ну так оно и было, они нисколько не вру, это даже не гротеск, ну так и было. Хиканы, еще раз подчеркиваю, если у вас было что-то похожее, или у знакомых, или у вас, сука, как же напряжение это заебало, пишите в комментарии. Ну, Александр, а теперь давай вернемся к примеру, как ты с бабулями. Я, бывает, тут видео монтирую, и смотрю, я-то в маске вот сижу, я тут сижу, бабуля здесь. Я ее лица не вижу, я ж в маске. Я смотрю, у нее такое выражение лица, думаю, а что вообще происходит-то? Блин, не то что улыбки, а такое у нее, знаешь, такое не зверское выражение лица, но очень серьезное, скажем так. И как-то мне аж не по себе становится. Я думаю, в чем проблема? Я говорю, ба, там у тебя все хорошо? Она говорит, да, все нормально. Александр, ты должен понять, что это имманентное, облигатное, обычное выражение лица. Понимаешь, у нее всегда такое лицо. Это, как говорится, сложилось исторически. А почему же так бывает? Давайте, дорогие мои друзья, разберемся. Почему же одни люди улыбаются, а другие нет? Ну, что я могу сказать? Все зависит от культурной среды. То есть, есть, допустим, какие-то племена, которые там до сих пор, может, на острова где-то людей едят. Ну, у них тоже своя культурная среда. Да-да, не удивляйтесь, назовем это культурной средой. Кто-то разрабатывает там биопротезы, например, кто-то там с мешком на голове ходит, кто-то людей ест. Это, ребята, разные культурные среды. А у нас в постсовке культурная среда не улыбаться. Ну, так сложилось, Хиканы, так сложилось. А, Александр, ты, сам подумай, какие поводы для улыбок? Поводов для улыбок, допустим, моей бабули не особо много было, понимаешь? Время было, скажем так, очень сложное, знаешь? Александр, я скачал картиночку такую из интернета. Вот, посмотри, я тут прикреплю вот на весь экран. То есть, смотри, вот правила поведения на танцевальных вечерах. На танцевальные вечера трудящиеся должны приходить в легкой одежде, обуви, так. Танцевать в рабочей и спортивной одежде воспрещается, так. Танцевать в искаженном виде запрещается. Александр, ты умеешь танцевать в искаженном виде? Умеешь? Я не знаю, что это такое в искаженном виде. Дисторшн. Как это? Как можно танцевать в искаженном виде? Ладно, потом разберем. Танцующий должен исполнять танец правильно, четко и одинаково хорошо как правой, так и левой ногой. Так, Александр, а как можно исполнять танец одинаково хорошо как и четко правой и левой ногой? Я ж просто, блять, я не знаю, Александр, у меня надо уроки, просто как, ладно, похуй. Женщина имеет право в учтивой форме выразить неудовольствие по поводу несоблюдения мужчиной положенного расстояния в 3 сантиметра и потребовать объяснения в учтивой форме. Так, подожди, во-первых, два раза одно и то же. 3 сантиметра. То есть, так, 3 сантиметра. Вот она, баба, танцует с тобой. Если ты ближе или дальше отошел, то она тебя должна в учтивой форме, в общем, предъявить. Так, ладно, похуй. И апофеоз. Апофеоз, Александр. Курить и смеяться следует в специально отведенных для этого местах. Пара-пара-пам. Курить и смеяться, блядь. Подожди, Александр, пусть это будет там, я не знаю, какой-нибудь фейк. Хиканы, напишите, это фейк или действительно такой был. Но я почему-то убежден, что это на самом деле так и было. Я ничему не удивлюсь, блядь. Так оно, скорее всего, и было. То есть, Александр, понимаешь, курить и смеяться ставится в один ряд. Курить — это ебаная вреднейшая привычка. Что такое курение? Курение — это легкие, блядь, дыхалка, горло. А не доказано, вы врете? Ну, конечно, не доказано, и вы все врете. Это сосуды, блядь, это сердце, это мозг. Так, с курением разобрались. Курить и смеяться. А смеяться что? Что от него, блядь? Хуёво бывает. Блядь, курить и смеяться. Да вы что, смеетесь что ли? Понимаешь, Александр, курение ставится в один ряд со смехом. То есть просто, а как танцевать тогда, я не знаю. Я, конечно, не могу, я в маске. Показать харю кирпичом или как я должен танцевать, с каким выражением лица, блядь. Курить и смеяться. Как там, блядь? Курить и смеяться следует в специально отведенных для этого местах. То есть ты пришел,
Ты, ну как-то к бабе надо подойти, часик в радость, чефир сладость, вот с таким, блядь, хмурым выражением лица, чипига, иди сюда, мы будем с тобой танцевать. Что ты ее пригласил, 3 сантиметра отмерил, там, не знаю, надо просто человека поставить, чтобы штангель циркулем, блядь, рядом подошел, сука, отмерил вот 3 сантиметра, или, не знаю, какую-нибудь доску, блядь, между вами, или какую-нибудь веревочку. Фу, блядь, что за бред, блядь? Пиздец. Все, вы танцуете, а потом, если что не так, она в учтивой форме тебя шлет нахуй. Александр, смотри, давай вернем в то время вот этих шкур, которые трясут жопой, которые тверк танцуют. Как ты думаешь, им было бы там весело, где надо курить и смеяться в специально отведенных местах? Вот если их туда, шкуры эти, которые сейчас жопами трясут, помнишь, там пчелки были, если их туда вернуть, чтобы они там кайлом как следует помахали, чтобы, ну знаешь, я вот там всякие воспоминания читал всяких, ой, даже не хочу говорить, как у людей там от тяжелой работы, ну, женщин матки выпадали, как не было средств гигиены, допустим, прокладок, как месячные просто по ногам текли. Ух, блядь! Охуенные поводы для радости, да как прям вот хочется улыбаться, невозможно. Ой-ой-ой, как же хочется улыбаться, как невероятно. Александр, отвечу тебе на твой вопрос, почему бабуля и ее подруги замолчали. Ну а как нет, ну время-то было интересное. Напряжение уже заебало, ну просто невероятно. Ладно, так вот, моя бабуля... Мать посадили просто под донос. Ну, я это уже рассказывал. Она, у нее там было 12 детей, у матери моей бабули. И, естественно, ну, я не знаю, кто там, шпион какая-то была, наверное. Естественно, в деревнях, как нет-то, шныряли только так. Вот, ну, блядь, представь, Александр, что было в головах у этих людей. Ну, неважно, время было хорошее. И вот, как ты думаешь, Александр, ты подходишь... И они сразу замолкают, неважно, о чем они говорят. Главное, чтобы ты, блядь, не услышал. Понимаешь, это как условный рефлекс. Чтобы Александр не услышал и не пошел, блядь, куда-нибудь, что-нибудь написал, блядь. Вот почему. Есть у них повод для улыбки, блядь. Александр, повод для улыбки бывает у тех, у кого хороший уровень жизни. Кто живет в комфорте. У кого есть, ну, какая-то перспектива, например. Ну, Александр, раньше время тяжеленькое было, ну сейчас-то оно легкое, естественно, сейчас-то все хорошо, вот. А раньше было очень сложно, и поэтому где-то там, в загнивающей гейробке, как написал автор вопроса, да, там можно улыбаться, но они просто загнивают, и ну, всем все ясно, недолго уже осталось, доллар рухнет и все такое, вот, поэтому они могут улыбаться, ну да, и дети чиновников... Могут улыбаться, которые туда почему-то едут, которые те же чиновники отправляют. Ну, в общем, они же тоже, ну, загнивать или наоборот разлагать там гейробку Америку, чтобы, ну, она быстрее рухнула. Вот, они что-то едут туда улыбаться. Ну, неизвестно почему, хрен его знает. Я думаю, это просто ну, такая многоходовочка. 100%, ребята, даже не сомневайтесь, что вам там говорят, что там какая-то коррупция. Не верьте, все врать, все вранье. Не суть. Вот там и есть поводы для улыбок. Все решает культурная среда и уровень жизни. Хиканы, напишите. Если у вас была такая ситуация, напишите ее в комментарии. Я имею в виду по поводу того, что дома, да, блядь, как же это напряжение заебало, блядь. Дома нельзя было там смеяться или воржать свое какое-то хорошее настроение, например. И что вам говорили? Меня это интересует. Просто вы заметили, что у всех... Людей оттуда, из прошлого, одни и те же клишированные, штампованные, блядь, фразы. Как будто их обучали. Где-то был такой комбинат, и там все стояли, блядь, по струночке. Да-да, вот Кайло, завод, всех там, ну, вы понимаете, что я буду повторять. Наркоман хороший и все такое. И по поводу вот этих замечательных правил поведения на танцевальных вечерах, напишите. Это фейк или на самом деле такое было? Мне кажется, такое было, потому что эта писулька, блядь, просто... Эта прокламация пронизана идиотизмом полностью. Ну что ж, хиканы, если вам понравилось, ставьте классы, подписывайтесь на наш канал, донайте нас бабули на мечпакеты, заказывайте рекламу и сигнал. С лайка на бабули слава, до новых встреч, пока!